Слушай, парень этот мелкая рыбешка. Я с ним просто поговорю, кое-что передам и сразу уйдем. Понятно? Только будь осторожнее. Это территория банды. Гадюшника. Так, где он живет? Ах ты! Назад! Какого хрена это было? Будь я проклят! Эй! Бросай пушку! Слышишь меня? Сукин сын! Вот, держи! Издеваешься? На всякий случай! Надо его поймать! Давай! Но нужен мне жив... Господи Иисусе! Я просто поговорить хочу! Отвали! Живо в укрытие! Иди дальше. Я смотрю, ты все тот же псих, Линч. Подожди, мне звонок, я тебе звоню. А ну вернись! Брэди, чтоб тебя! Черт! Твою мать! Невероятно! Сюда! На нас внимания не обращайте! Тут есть черный ход? Битвы! Вот-в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 от
Маслина вызвал подмогу! Этого мало, чтобы со мной справиться, засранец! Срань! А ну вернись! Давай, Кейн, сюда! Что за девчонку он за собой таскает? Я не знаю. Плевать. Дороги! Брэди! Линч! Линч! Твою мать! Это что с тобой такое? Куда он делся? Спустился по лестнице! Пошли! Боже! О! Тико! Выдвигаемся! Пригнись! Вот срань! Линч! Попробуй обойти их справа! Глейзер будет в ярости, когда все узнает. Еще! Что в нем такого? Я! Ничего. Дело принципа. Вон он! Еще идут! Ох, блин! Что за хрень? Куда он делся? Я видел, как он бежал туда! Какого хрена, Линч? Ты же сказал, что дело плевое! Пошли! Да он весь город на нас натравил!
Я же говорил! Территория банды! Вон там! Слева! Осторожно! Ничего. Но это же настоящая война. Нет, просто осложнение. Не за этим летел! Куда он делся? Прямо по курсу. Ты меня слышишь? Дать им урок, засранцу! Давай! Эй! Отлично! Он в наших руках. Он в ловушке. Никуда не денется. Одно твое слово, и я всажу в него пулю! Не убивай его! А что с девчонкой? Мы ее отпустим. Заходим! Ну что, закончил? А теперь давай поговорим. Эй! Спокойно! Боже. Что это было? Он что? Что сейчас произошло, твою мать? Ты убил его девку, Кейн. Ни хрена подобного. Да, поехали за твоим багажом. Черт. Надо придумать, что сказать Глейзеру.